В Магадане построят гостиницу высокого уровня комфорта. В областной центр приехали архитекторы из компании Blank Architects. Бюро занимается созданием качественных, безопасных и социально устойчивых объектов. Пригласил экспертов в регион губернатор Колымы. Цель рабочей поездки – изучить город, его особенности, чтобы в ближайшее время построить отель мирового уровня. Один из плюсов областного центра – небольшое расстояние. Объехать весь Магадан можно за 15 минут. Это должно отобразиться в проекте, утверждают архитекторы. Для гостиницы уже выбрали место. Она будет находиться в районе парка «Маяк». Гостиница планируется на 120 номеров. Она не такая большая, но 4 звезды или выше. Планы о строительстве специалисты обсудили с мэром Магадана Юрием Гришаном. Они отметили, поездка в город поможет им найти лучшее решение для реализации проекта. Архитекторы уже работали на Дальнем Востоке, в Якутске, Хабаровске. Эксперты утверждают, здесь живут отважные люди. Ведь для того, чтобы построить что-нибудь в таких условиях, нужно приложить много усилий. Специалисты соберут нужную информацию, а также определят основную идею в скором времени.